попрекнет. Если вдруг да пусть любит, господи. Нет, просто рост. А вопрос, что помешает? Первично. Я так понимаю, что просто, ну, не это должно быть не, первично. Не, ну, Рус, может давай быть... лучше поговори про попки. Вот, нравится Рус, а я-то, кстати, вот хотела задать этот вопрос. Да, почему именно эта часть тела? Ну, все. Почему именно попка? Он тебя выберет. Он тебя потом выберет. Ну, конечно, многие могут подумать, что это будет говорить о том, что как бы девушка держит себя в форме, но это не так. Многие заблуждаются в этом. Нет, я скажу, я объясню, почему. Да. То, что я имею в виду, да, вот, это изгиб, соответственно, вы понимаете. Это дается природой. Здесь можно сколько угодно ходить в тренажерный зал, сколько угодно делать соответствующих обертываний. И это будет кратковременный эффект. Это как нос. Либо есть, либо этого да, нет. И да, и это за счет изгиба позвоночника. Либо это дано природой, либо это не дано природой. Да, это значит, она будет плодовита, рожать детей. Это естественно. Ну, конечно, ширина бедер, конечно, важна. Крутой. А потом, как сказала моя соседка армянка, она говорит, женщина без попы, как клумба без цветов. У них по фигуре... Задняя часть тела, она выдающаяся. Ну, да. Как будем проверять-то? Так это же сразу заметно. Ага. Да, а ну достаточно думаю... просто посмотреть в профиль на нее. Все, mm-hmm. Понял. Ладно, учто, учто. Александр, что? Ты сказала, но тем не менее хорошая девчонка. Не всем быть 7 пядей во лбу, не всем получать 15 образований. Конечно, сразу нет, и ученой согласна, степени. Да. Вот она такая, какая она есть, но правда на парня попроще. И девочка нуждается в ровеснике явно, потому что в гороскопе есть показатель того, что знак весов у нее имеет отношение к личной жизни. Такие женщины должны искать себе ровню. Представляешь, какие у них дети родятся и будут... Единственное стихотворение, знать: самолет, самолет, позови меня в полет. А в полете пусто, выросла капуста. Лариса, а ты думаешь, таких мало? Ну, не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы один партнер тянулся. Ну, он вот ездил в командировки постоянно. И сначала вот... Сначала на квартиру нужно заработать. Угу. И вот как-то эти командировки не прекращались и не прекращались. И вы поняли, что это такая азербайджанская народная песня, да? Да. Называется «Я на тебе никогда не женюсь». Еще паспорт можно да, съесть. Да, и вы первые ушли от него или... Знаете, это как-то получилось само собой. Вот мы вроде съездили отдохнуть, все замечательно, все прекрасно. Вообще ничего не интересовало, только вот какая-то... А на кой тогда она вам такая была нужна? Ну, изначально она же была не такой. А как вы продержались? Полгода. Вообще, ну, как, что значит изначально? Потом за полгода девушка не может пасть в глубокий омут порока и разврата. Ну, как-то вот так. Нет, ну сначала нравилось, говорит, она была такая вот интересная. Ну, то есть ноги были длинные, потом понял, что без хозяйства. Да, да, да. Ну, какой? В быту в каком плане? Уборка, хозяйство? Нет, есть люди в быту невыносимые. Мой муж невыносимый в быту. Умоляю, я уже мелом просто очертила, куда он не должен заходить. Потому что человек, которого просишь что-то сделать, он этого не делает, а делает то, о чем не просишь, о чем волосы встают дыбом. Он, например, уже взять в пол-литровую банку и все приправы для торта, для рыбы и мяса всыпать в воду, потому что ему делать нечего. Вот он их... Почему-то, потому что его много вот таких баночек, раздражает, понимаете? Или взять таблетки, все, которые в коробке, и вырезать по одной, потому что все эти остальные пустые. Что за таблетка? От чего? Какой срок годности? Вот это все лежит. Я говорю, это сколько нужно было времени потратить, чтобы сидеть и вырезать, потому что вот эта пустота раздражает. Понимаете? Я поэтому понимаю. Я считаю, что это может вынести просто... Это мое ангельское терпение. Поэтому вы какой в быту? Мелочи ведь, они же разъедают отношения. Мелочи постоянные, да, согласен. Я один живу сам с 18 лет. То есть, соответственно, сейчас у меня нет ни уборщицы, у меня нет ни кухарки. То есть я сам полностью убираю, я готовлю и все остальное. Я про унитаз и про пылесос уже поняла. Да, и про все остальное. Носки у меня не валяются по углам, не стоят. А бываете зануды в каких-то вопросах? Зануда и... Нет, вам кажется, что вы принципиально, на самом деле это чистое занудство. Ну, если вдруг, например, она захлопнула ящик, а там чуть-чуть торчит кусочек блузки, но вот не поправила, и в шкафу вот и торчит кусок из-за этой вещи. Из-за такого можно быть занудой? Нет, это перебор. Точно нет. Не такие ну и мелочи. Хорошо. Нет, не все, хорошо. Прекрасно. Если вдруг он невысокого роста, сразу же снимай туфли и сразу секом. Не-не, он высокий, я верю. Я сориентируюсь как-нибудь. Вот вы выбираете себе женщин достойных. Бог знает кого, не выбираете и не выберете уже, я так понимаю. Ну, потому что Венера во Льве не даст этого сделать просто. Но потом задвигаете их на задний план. Вот научитесь этого не делать. Возьмите себе ровню, ту, которую сами сможете уважать. Хотя вот вы просите уважения от женщины. Если ровню. Возьмите себе ровню в психологии. Ну, до ЗАГСа тоже пытались. Один раз мы в выходной день поехали на дачу и направо
повернуть был ЗАГС, а налево дача. Была большая пробка, и мы решили не подавать заявление, а ехать на дачу. То есть как бы это для нас не проблема. Это новая отмазка в нашей коллекции отмазок. Скажите, ну вот эти три заветных слова «будь моей женой» вы как-то произносили вслух? Ну, у нас так, я говорю, это вот первая моя любовь, мы с 18 лет вместе, да, то есть первые чувства, то есть нам ничего такого официального не нужно было. Ну, это вам, то есть мы... мужикам, не нужно. Не, ну, я говорю, что она, да, говорила, я говорю, да, поехали, ну, пробка, мы поехали в другую. Ага. И, соответственно, как бы... Да, молодец, молодец. 7 лет встречаться и без свадьбы, и без детей. Что-то мужичок-то какой-то мутный, мне кажется. С гармошкой. Володечка, вот вы однажды пили-пили пиво. Да, я вышел во двор выпить с друзьями пиво. Ну вот сорвались, так вот захотели поехать в Сочи. И вот в этот же день уехали, хотя это был обычный день. А девушка была рядом с вами? Вот. Нет, мы были только ребята одни. И познакомились там, в Сочи. Ну, как было дело? То, что мы пошли на дискотеку, на дискотеке познакомились с симпатичными девушками, вот. Но на утро это было совершенно не так. Девушкам оказалось лет по 40, да? Ну, приблизительно так. И было ощущение, что они пьют класса с 6-го, да? Ну, вот было такое, да. Ой, мама дорогая. А вещи целые, нет? Да, вещи целые. Ну, я говорю, что... Молодость, безбашенность, там, в общем-то, если даже что-то бы пропало. Володечка, а барышни свои рассказали эту историю? Ну, она все увидела по моему загару, который был. Или от печени потемнел весь, пожелтел. Ну, это тоже было, да. Тоже, да? Ну, в общем, это была окончательная, так сказать, жирная точка. Я сейчас живу у своего лучшего московского друга, который верит в меня, и я даже не плачу за квартиру пока. Угу. Ну, долго эта история продолжаться не может, если только вы вдруг не станете друг другу очень близкими друзьями. Тогда может это все как-то продлиться. Это Москва. Это Москва, сынок. Не мы такие, жизнь такая. Ясно. Дим, короче, на что готовы? Потому что чужая жена, чужая собственность. Рос, ты так ласково это говоришь. Это на будущее. Я считаю, в этих отношениях, конечно, должна быть с головой и более ответственна за происходящее женщина. В нас вина. Поэтому испокон века винили нас, что мы соблазняем. И если кое-кто не захочет, то кое-кто не вскочит. Мы все про это. Ваш ребенок вдруг по непонятным причинам, как вам покажется, станет похож на дедушку, которого вы на дух не переварите, потому что дедушка точно с головой не дружит, полтора класса образования, и ничего, кроме как его не интересует, и вообще ничего не читает, и ему все по одному месту. Ну, вы знаете, поскольку я сам вот вроде как из интеллигентной семьи. Вот я про и что. И поэтому, конечно, значит, хочется и девушку, ну, их... себе вот отчасти вот... Ровню, из одной, да, детской. По всем параметрам, все, что называют, как у тебя это есть. Так что можешь в этом быть спокойно. Хорошо, потому что про фигуру мы поняли, а про остальное вам уже чешется. Вам все равно. Пусть главное, чтобы красивый, остальное... Нет, фигура, надо признать, не главное. Как раз если мы говорим об отношениях, это я уже смотрю, как раз в душ уже смотрю, вот как она, вот это все прокручиваю внутри. И, ну и, безусловно, оболочка, естественно, должна быть такая. То есть фигура и в душе должна быть ничего. В душе. Будет? Конечно. Часто, конечно. Видишь, друзьям мне не особо понравилось. Девушка-пираньюшка. Хрясь-хрясь, и вас не будет просто. Да я вроде силен тоже. А я тут даже порадовалась. Я что-то посмотрела вон на Юленьку, на Ксению и на себя тоже. Я вообще в тренде. Прямо моя фигура, в общем-то. Может, мне тоже пить начать вообще? Да ты поешь 4 года в программе. Да ладно, вон она так хорошо поет. Ну, это вот, это то, что меня порадовало. А относительно вас, только взрослый мужчина ее потянет. А нам зачем это? Согласна с Ларисой. Шикарный букет, просто шикарный. Я таких как не видела. Как раз платьем угадал. Это вам. Спасибо. Спасибо, дорогая. Спасибо. Кристина, мне кажется, у нас шансы возрастают вот просто с каждым этим моментом. Ну, сказать, что я чувствую себя униженной с этим цветочком, не сказать ничего. Ну да ладно. И в моей жизни случались
Такие вот огромные букеты. Было у меня. Подруги говорят, что вы стерва. Может быть, стоит задуматься? Или вам нравится это определение? Задуматься и что, поменять в себе? Почему нет? Ну, если, может быть, вам это помогает в жизни. Мне кажется, в этом есть какая-то изюминка. Питаться падалью? Почему питаться падалью? Потому что стервятники питаются падалью. И стервы тоже то же самое, только женского рода. Подбирают чужое, клюют чужое, беспринципные. Стерва, по-моему, это низшее создание. А по вашему определению стерва это что? Это беспринципная та, которая может увести любимого у своей подруги, которая не посчитается ни с чем, пойдет конечно. По трупам и ничто другое, конечно. А вам кажется, что если вы накрасили глаза, там, подвели стрелки, вы стерва или что? Надели красное платье с голой спиной, вы стерва? Нет. А тогда ваше определение стервы, стервозности. Парня подруги я точно не способна. С Филиппом или все-таки в Волгограде? Что ей делать в Волгограде, если она из Ростова-на-Дону? В Ростове. В Ростове или в Питере. Что ты во мне град приезжаешь? Ну, конечно, если Филипп скажет «живи со мной», и у них случится любовь, конечно, она будет жить вместе с Филиппом. Причем здесь Ростов? Она оттуда уже уехала. Может, вернется. То есть вас только это интересует? Ну, да.